Всем пришла очередная посылочка, но на этот раз Зина Директ. Видите, с этой стороны ничего. Кажется, вроде посылочка большая. Ну, вот посмотрим. Заказывала я две пары вот таких вот колготочек. Вот видите, Зина Директ. Вот, 20 ден. Размер четверток. Видите? Вот. Две пары колготок. Затем вот такое вот. Вот, видите, Дина Директ, там свечечку, сейчас мы еще посмотрим ее, и две пары колготок. Вот такая вот накладная, где указаны все данные. Так, теперь посмотрим, что ж нам еще положили. Вот такая вот свечечка у нас, сейчас мы ее откроем, конечно, посмотрим. Вот свечечка вот такая вот. Где-то она тут включается. Ну, батарейки были отдельно. Я ее включила, конечно. Уже вставила батарейки. Ну вот, и она вот горит разными цветами. Видите? Вот такая вот интересная штучка. Светодиодная, как бы считается. Так, убираем. Посмотрим, что ж нам еще положил на директ. Так, это убираем. Смотрим. Вот такая открыточка, где сзади мы видим купон. Вот, видите? Ну, это до 1 января купон. Что ж у нас на этой открыточке? Здесь еще купон. О, до 15 марта 2013 года. То есть можем воспользоваться этим купоном. Что ж нам еще положил Дима? А еще в подарочек вот такой вот маленький блокнотик, чтобы можно было записывать все, что хочешь. Вот здесь один код купона. Также еще есть, если расшифровать вот это, то еще один купончик будет. Вот такой миленький, замечательный блокнотик. Ну, вот видно и все. Вся моя посылочка, в принципе, не очень так и большая. До новых встреч. Смотрите дальше мои обзоры. Пока!